Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И начнем мы, пожалуй, с мутагенной машины, ребята. Да, нам нужен мутаген, чтобы развивать своих персонажей. Так, давайте откроем колоду. И нам здесь должна достаться карта. Я вижу, что-то там сейчас выпадет нам. И это у нас крысиный король. Отлично. Нет, это мы пропускаем все. Так, что? Можно, наверное, отправляться и в бой. А, вот, ребята, да, у меня хан. Давайте-ка мы возьмем его. Блин, ну как он пародия на Брюсли, вот если честно. Ну что же, давайте тогда непосредственно с вами будем уже переходить к самой игре. Так, и просили меня взять в команду Зека. Да, давайте возьмем его. Ну, для начала, наверное, мы его маленечко прокачаем. Только вот что? Так, тут у нас световая граната. Это у нас восхищение. Увеличивает силу атаки на 50%. Ага. И атакует врага с размаха. Понятно. Давайте попытаем счастье. Вау! Ха. Поздравляю нас всех с 19 уровнем. Довольно быстро как-то мы зарабатываем их. Ну, смотрите, ребята, у нас там сейчас еще какая-то... Ай, пульверизатор. Не особо он мне нравится, конечно. Ну, как говорится, для общей коллекции сойдет. Так, чтобы тебе, братишка, выучить, а? Давайте, наверное, вот это. Так, попробуем. Ну-ка. Отлично, ребята. По-моему, можем прокачать, да? Да, всего лишь 100 мутагена. Ступень вторая. Так, а здесь, блин, здесь дофига нужно чего. Ладушки, фиг с ним. Давайте тогда хотя бы просто поднимем уровень. На скольких персонажей у нас хватит? Давайте глянем дальше. У нас Карай. Тоже повышаем ее. Ага, нужен 20-й, понятно. Макмана, естественно. Так, следующий у нас нейтрализатор. И Леонардо. Обязательно его тоже. Так, Крис. Слушай, Крис, ты что-то слишком много тут набрал себе уровней, а? Так, ну, а этих олухов, наверное, мы не будем. Змейка Вьюн. Не играл, он даже не знает, что он делает. И Хана я тоже пока не хочу, ребята, прокачивать. Ну и все это лишь по одной причине, что я не знаю, что они себя представляют, ребят. Так, ладно. Газонокосилка. Так, вот здесь вот параметры показывают все. Нифига пока не могу разобраться. Преимущество, преимущество. Так, у Хана тут минус преимущество. Вот. Что это означает, глаз с молнией? Хрен его знает. И фиолетовые. А фиолетовые у нас, я так понимаю, это роботы в основном. Ну, ладно. Так, ну что, ребятушки, давайте, наверное, тогда мы с вами рванем уже в бой. Продолжим нашу сюжетную линию. Так, здесь у нас как раз Змейка Вьюн и будет. Фут за футом. Команда, в принципе, неплохая, но мы поставим себе, наверное, и поставить некого, ребят. Во, Зека мы хотели взять, точно. Давайте вот такой командочкой мы с вами, наверное, и поиграем. 12 пиццы мы тратим. И будем сейчас, как говорится, укладывать врагов на лопатки. Тут у нас два ниндзя-фута и два механических крысеныша. Так, заодно мы с вами протестим, что у нас умеет делать Зек. Так, давайте. Ух ты, танцор диска, елки-палки. Ну, это пока так, семечки. Дальше посмотрим, что он еще умеет делать. Да что ты делаешь-то, а? Ниндзюцу, на-ка выкуси. Опа, отлично. Так, давайте его, наверное, добьем. Замечательно. Так, выстрел. Ух ты. Нейтрализатор, ты неплохо сшибаешь этих ниндзя-футов, кстати. Давай-ка с вертушки ему сейчас. Опа. Блин, слабовато. Лео, добьешь? Эх, тоже слабоват. Только Макман у нас давит их, как клопов всех. Так, вторая волна, ребята, у нас здесь. И опять же два ниндзя-фута. И опять эти две крысы. Повторяйтесь, ребятушки, повторяйтесь. Так, ну что, давайте. Опа. Эх, Карай, Карай. Давайте вот эту штуку посмотрим с вами, да, ребят, как вы думаете? Уюху. Неплохо.
Так, мне кажется, зэк начинает нравиться. Может быть, мы даже его оставим в основном составе пока и будем играть за него. Так, давай-ка, с вертушки. Опа! Отлично. У нас новое достижение. Смотри под ноги. Мы только делаем, что смотрим под ноги, ребята. Так, а это у нас охламон, который уже был когда-то, да? Ладно, с ним мы разберемся чуточку попозже, а вначале с прислугой. Так, выкуси, гаденыш. Давайте-ка, кунаи. Опа! Ну, неплохо, неплохо. Так, давай-ка, зэк, устроим тут. Слабовато ты пульнул, братишка, слабовато. Ну что, наверное, с ним пора завязывать, как вы думаете? Ух ты! Опачки, меткость он понизил мне. Ну все, гаденыш. Так, успокойся нафиг, а. Давайте, наверное, подхилимся маленько, ребят, да? Потому что мы уже покоцаны довольно изрядно. Так, отлично все вышло. Вот охламон. Давайте, наверное, плевком его добьем, а? Сможем, нет? Ух, как пить дать. Карайка добивает. Так, этот с вертушки-то, надеюсь, вырубит. Ну, молодец, зэк, молодец. Ну и завершающий. Нет, ребят, не завершающий, к сожалению. А вот сейчас уже точно добивочный. Зашибись. Выиграли в сухую. Или можно назвать по-другому идеально. Так, нам дадут немножко опыта. Всего лишь 12, маловато. Так, прокачаны по максималке. Змейк Вьюн. Карточку мы получаем с вами. Естественно, мы забираем. И 65 мутагена. Так. Слушайте, я хочу, чтобы они все получили у меня уже 20 уровень. Все-таки, в конце концов, как вы думаете? Ну ладно, об этом потом. Давайте забирать все. И у нас 9 эпизод, ребята. А это у нас Крысиный Король. Так, здесь мы забираем. Здесь мы еще не дошли. Достижение, кстати, надо забрать. Хочу себе Шреддера, ребята, если честно. Как говорится, подраться им. Так, ну что, пойдемте в сюжетку. В третьей главе нам осталось пройти всего лишь 2 эпизода. Это 9 и 10. Так что, да здесь салаги. Ну, тигр, конечно, мощный. Ладно, мы его, наверное, будем с вами, ребята, в первую очередь вырубать. Ну, вначале вот с этими отбивными разберемся. Так, кунаи полетели. Прям в лжбан каждому. Отлично. Так, давайте-ка, наверное, сделаем... А что мы можем сделать? Давайте вот так вот. Опа, замечательно. Зэк, ты молодец, умница. Радуй меня и дальше. Так, кто у нас там следующий-то будет сейчас, а? Да хорош там уже, сковородники чертовы, а. Как же вы меня достали все, а? Ладно, давай добьем этого хламона. Ча-ча, опа, с ноги ему, с вертухана, как говорится. Дави клопа и расстреливаем. Так, отлично, ребята, у нас здесь все идет на ускорение. Я думаю, что сейчас мы с вами здесь без проблем пройдем, по крайней мере, до босса. А там у нас тигр будет, ну, с ним уже, наверное, в рукопашку будем драться. Так, а я просто хочу посмотреть, как у нас здесь автобой сыграет. Опа! Ах, зря, конечно, нейтрализатор ты потратил сюрикены, блин. Зря-зря. Да куда ж ты, блин, зэк? Ну, елки-палки, зачем ты на одного врага потратил свой диск? Блин, вот здесь он нужен был. Так, ребята, делаем уже все сами. Плевок пошел. На каган. Ну, я скажу, довольно неплохо. Все-таки практически четверть хп. Все, он наш огурчик. Так, еще стоит пока на ногах. Ну-ка, давай-ка, зэк, танцор диска ему. Блин, ну что ж ты не добил-то, а? Ох, сейчас я чувствую, мы получим люлей-то хороших. Блин, наверное, уронят мне зэка все-таки, нет? Так, или карай. Че ты делаешь? Ох, нифига ты бомбанул, братиша. Ха-ха. Я надеюсь, он об этом пожалеет. Блин, у меня масуха есть, нет? Давайте подхилимся, ребята. Так, у меня, по-моему, у карай потрачено все. Ну и зэк тоже в прошлом ходу тупанул маленько. Все, минус тигр. Воу, кунайчики у нас, ребята, есть. Давайте, конечно, использовать их. Ух, и довольно неплохо мы их прижарили. Так, давайте-ка вот этого, наверное, добьем, попробуем. Да, отлично, зэк. Блин, карайка, тихо-тихо. У этого гада, смотрите-ка, двойной удар, а? Он два раза ходит. Гаденыш, надо его ликвидировать. Так.
Ну что, давайте добивать. Ребята, вы извините меня за мой голос, просто я очень сильно болею, у меня горло болит. Но, тем не менее, по вашим просьбам я делаю ролики, выпускаю, несмотря на то, что мне очень плохо, температуру ужасно. Но не могу вас оставить без своего внимания, ребята. Вы уж, надеюсь, меня поймете. Так, и у нас эпизод 10-й. Пульверизатор. Ну, я думаю, что здесь будет кто-то другой, да? Так, ага, у нас здесь опять Шреддер. Хотелось бы верить, что это настоящий. Хотя, если так по большому счету подумать, да? Ага, всунут они нам настоящего на 19 уровне. Где-то в каком-то там левом задании, да? Нет, наверное, опять будет какой-нибудь механический. Или пластиковый. Одно из двух. Ну, смотри-ка, довольно неплохо, неплохо. Давайте-ка вот так сделаем. Всех сразу уложим. Вообще шикарно. Так, я просто это сделал ради того, ребята, что когда мы придем с вами на последнюю волну, у меня уже произойдет откат. Так, давай, дави, Макман. Опа, шикарно. Еще никогда меня не подводил Охламоныч, за что ему большое спасибо. Так, что ты тут дудишь на нас? Сильно критически, что-то не припухли ли вы, а? Ребятушки, пора вас наказывать. А мне нравится, как Зэк танцует. Ух, такой вертухан. Ну, пародия на Майкла Джексона, вот честно вам скажу. Точнее, не его пародия, а вот танец вот этот, который он делает. Так, успокойся. Сейчас будешь получать у меня крысиная эта голова. Ну, с вертушки добьешь? Естественно. Так, и у нас, ребятушки, Шреддерок. Шреддерок выходит. Да, я больше чем уверен, что это тот же самый механический. Потому что так же встает, так же идет, и ничего ровным счетом не поменялось. Даже жалко на него тратить свои силы. Поехали. На-ка, выкуси, гад. Так. О-о-о-о-о, ты потише, Шреддер. Так, что-то мне не нравится вот это вот все затеи его. Давайте подхилимся маленько. Может быть, простоим еще капельку. Да ты гомонись, блин, все на... Ой, у нее на один удар жизни-то, ребята. Ай-яй-яй. Так, если мы успеем сейчас его заквасить, это будет... Да. Вот тебе и... Грязная победа, ребята. Не получится пройти на 3 звезды, к сожалению. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно, конечно, попробовать переиграть. Вот я сейчас сижу и думаю, переиграть или нет, а? Вы бы, наверное, сказали, переиграй. Или бы сказали, иди дальше. Хрен его знает, ребят. Ну, как-то, ну, некрасиво, а, елки-палки. Везде все замечательно, и здесь 2 звезды всего лишь. Ладно, ребятушки, давайте еще одну попыточку сделаем. Если я не прохожу его на этот раз, все, пойдем дальше по сюжету. Потому что, ну сколько можно уже, а? Никаких сил на него не хватает, на этого Шреддера. Обязательно кого-нибудь он мне уронит. Гаденыш. Так, ну что, давайте, наверное, Макмана возьмем. Попробуем таким составом. Нет, так нет, все. Потом подраскачаемся, вернемся и наваляем ему. Так. Ну что, давайте потихонечку начнем. Давай, Зэк, жги. Йо-хоу, молодец, малорик. Так, добьем. Да ёпрасоте, ну карай, ну как же так, а? Сейчас они начнут тут по 2 раза ходить, а, гады. Оу, меткость еще понизили, ну лучше не придумаешь. Ребят, я уже вижу исход. Пока я дойду до Шреддера, у меня уже все будут покалечены, блин. Так, минус 1, замечательно. Давай, раздави его. Нет, не получится, потому что у тебя малая атака по нему. Ну, молодец, нейтрализатор. Так, с вертушки, отлично. Так, надеюсь, добьет. Замечательно. Так, один фут тут остался, да? Сейчас мы с ним по-быстренькому закончим. Давим. Опа, отбивная готова. Так, у нас здесь с вами, ребят, вторая волна. Ага, вот они, охламоны эти. Ну что, давайте начнем потихоньку. Опа. Так, мы суперудары, ребята, с вами придержим наш Шреддер. Не будем сейчас ими раскидываться. Так, ну ты посмотри, что делает, а. Так, добиваем, замечательно. Ух ты, хорошо критануло.
Молодец, Карай, ты меня порадовала. Так, ну, Макмен, дави. У тебя, конечно, атака по ним слабая, нейтрализатор. Ай, тоже как-то слабовато. Хм, думал, будет все намного лучше. Да ядрёна ты вож, блин, надо было, ребята, опять их уничтожать первыми. Все время забываю, что они либо защиту мне понижают, либо скорость, блин. Ай, и опять мы вот с такой фигней пойдем к Шреддеру, да? Он сейчас меня с одного удара вольнет кого-нибудь, стопудово говорю. Блин, сколько эта фигня будет на мне висеть? Ай-яй-яй, и никак не избавиться, нету, кто бы мог это снять. Ну, ребят, ну это фигня, конечно, полная. Я пришел к Шреддеру с пониженной защитой. Конечно, он мне сейчас наковыляет. Ё-моё, вот сколько раз вам говорил, что надо уничтожать крыс в первую очередь, и все равно я этих дурачков-футов валю. Ай, ладно. Поехали, ребятушки. Так, даже деление не отняли. Ё-моё. Давай, нейтрализатор. Ага, вот, это хорошо. Держись, держись. Макман, не падай, ты мне нужен. Так, замечательно. Блин, я не знаю, давай, давайте эту диск пульнем. Фух, как-то кисло, блин, получилось-то, а? Вам не кажется так? Ну, да ёпрасете, ну вот так и думал, а? Вот я так и думал, что кого-нибудь дошваркнет. Не-не-не-не-не, только не хил. Ну все, понеслась, как говорится, ребята. Вот, вот жесть, а? Ладно, давайте уже чем попало бить по нему. Раз он уже все у нас выудил, все наши скиллы, нам главная задача его добить сейчас. Не, ребят, сложновато, сложновато мне пока почему-то с ним. Я не знаю, в чем проблема, блин. Но если бы у меня не была бы защита пониженная, возможно, я бы его похоронил бы здесь. Ладно, пойдемте смотреть дальше, что у нас там будет. Так, что у нас тут? Пульверизатор. И что у нас есть? У нас есть, кстати, четвертая глава, которую тоже нужно проходить. Естественно, она будет у нас сейчас на нормальном уровне сложности. А сюда мы обязательно вернемся. А если не вернемся, ребята, пожалуйста, мне об этом напомните. Так, и здесь у нас эпизод 3 корячится, да? Давайте попробуем, наверное, ребятушки, сейчас с вами зашуршать. Ненавижу этих черепах. Будь моя воля, раздавил бы их, как жуков. И скоро у тебя появится такая возможность. Смотри, они только что зашли в то здание. Это он нас, что ли, хочет раздавить, охламон, а? Ну, давай посмотрим. Так, давай, ребята, наверное, вот так вот, указательным пальчиком. Опа! Так, кунаи полетели, и один дроид сдох. Замечательно. Ну что ты там пуляешь-то? Да еще и мимо. Так, этот шокер достал меня. На-ка, Крэнк мелкий, отдохни. Так, Макман, раздавишь? О, да, молодец, сработано чисто. Фу, нейтрализатор тоже, кстати, неплохо, не подвел меня. Так, а это что у нас тут? Что у нас тут за хрень появляется? А ну-ка, выкусите. Ух, замечательно, мы понизили им скорость. Теперь, пока там до них очередь дойдет, мы их, наверное, разберем. Так, минус одна установка. Эти все неугомонные бомбят по мне. На-ка. Так, и с вертушки. Ух ты, Зек, я смотрю, ты мощен против дроидов и роботов там всяких. Также мелких крэнгов. Надо будет это взять на вооружение. Ага, вот она, эта тёлочка, блин. Так, я уже забыл, она что-то там в нас, по-моему, бросает, да? То ли сюрикен, то ли какую-то фигню. Ну, что-то такое довольно плохое, ребят. Так, что? Вот, смотрите. Ах, вот оно как даже. Она какую-то ракету бросает нас. А ну-ка, харчком ее. Вот так вот. Еще и атаку понизили. Вот это другой разговор. Сейчас, ребята, мы, в принципе, с ними тут и расправимся. Так, давайте ее, наверное, добьем. Кидре, не фени. Отличненько. Так, ну что, Зэк, добивай тут кого-нибудь? Угу, добил, конечно. Ну, Карай. Да елки-палки. Вот Карай, кстати, слаба, наоборот, против механических этих всяких уродцев. А Леонардо у нас вообще, знаете, как этот.
Оу-оу-оу, тихо. Что тех, что других валит с одинаковой силой. Что там орешь? Ага, он сделал подхил. А ты-то что тут собрался делать? Еще один подхил. Так, я думаю, что вот этого чувачка уже не спасти. Опа, готов. Ну и у нас остаются дроны. Сейчас мы с ними также быстро разберемся. И, в принципе, пройдено будет все. На, ай, не упал. Стоит на ногах. Давайте вот так, с вертушки ему. Ну что же, вот это я называю идеальная победа. Так, и у нас с вами... О, мы должны найти Сплинтера раньше, чем Кренги. А ты думаешь, Кренги его еще не нашли? Ты не знаешь сенсея, так как знаю я. Поверь мне. Это уж точно, Лео. Ты его лучший ученик все-таки. Так, собираем здесь все. Так, и у нас, ребята, четвертый эпизод. И кого я вижу? Я вижу здесь муху навозную. Так, ребятушки, ну давайте, наверное, с ней будем разбираться. Блин, уже 20 уровень, а? Хорошо. Крэнк приказывает человеку, известному как Бакстер Стокман, продолжать испытания сыворотки на мутантах, захваченных Крэнгом. Со стороны человека, известного как Бакстер Стокман, правильнее будет не сопротивляться Крэнгам. Ребята, это может подождать. Мне нужно время. Сыворотка еще не готова. Вот он, ребята, и мутировал. Стокман-то этот. И сейчас мы ему с удовольствием наваляем. Так, полетел диск. Херакс. Ну что, неплохо. Кунаями, наверное, добьем их, да? Нет, не добили, к сожалению. Почему-то не фартит нам, а? Ну, зато они промахиваются, а мы в этот момент будем с вами вот так вот делать. Ну что ты там? Ну что, мимо же, ё-моё, а? Хламонище-то ушастое. Так, раздавим клопа. Этого добьем. Ну и последнего гаденыша давайте так вот сделаем. Фоу! Да ладно тебе, блин. Зэк, ну как ты мог? Да карай-ка. Вот, вся надежда на Лео только. И он не подвел меня. Так, опять эти. Оу, тут вас слишком много, по-моему, ребята. А ну-ка, харчок. Не добили мы, к сожалению. Ну, зэк свое дело делает, естественно. Так, давай, расстреливай. Опа, молодец. Ну что ты опять там разорался? А, оскорбление. Он делает провокацию, ребята, на себя. Он думает, что он непобедимый, да? Ну-ка, с вертушки. Вот так, отлично. Карайка, естественно, не добьет. Так, я думаю, даже... Нет, Лео добил. Это что-то. Так, ну что, расстреливаем. Готов. Так, последний навозник из этой волны падает. Так, и у нас тут муха, да, значит, будет? Муха же? Да, вот она, ребятушки, с мутагеном в руках. Угу. Интересно знать, что он будет делать. Что у него за удар или там суперудар есть. Давайте-ка диск бросим. На всякий случай. Так. Добьем, нет? Ну, одного дрона все-таки убили. Это уже плюс. Что ты там химичишь, ё-моё? Ах, вот оно что. Ты сделал всем подхил. Но он тебя, братишка, не спасет. Тем более постепенный урон повесили на него. Все, ребят, ему хана. Танцор диска делает свое дело. И добиваем этих мелких олухов. Давай, Макман, дави. Отлично у тебя получается все. И с вертушки не добили, к сожалению. Так, да что ж ты будешь делать, а? Каре, ну ё-моё, что у тебя за удары такие нелепые? Просто как будто мягкотело это какая-то стало. Так, ну, в любом случае, ребята, идеальная победа у нас получена. Так, все на максималке, блин. Все зависит уже от моего, ребята, уровня. Когда я получу 20-й, тогда и они получат. А здесь у нас эпизод 5-й. И босс кто у нас тут? Непонятно кто. Очень много всяких уродцев там, ребята. Так, а что у нас тут вообще еще есть, а? Лига воинов. Ну что, попробуем, может быть, сыграть? Один боёчек всего лишь, ребят.
Я думаю, от них не убудет ведь, так? Так, а это у нас Андрей играет против нас. Точнее, мы против него. Что это? Что это за графика такая, ё-моё? Комикс-зоны, что ли? Так. Ага. 3-3. Замечательно. Давайте начнем с тяжелой артиллерии. Ух ты, шикарно. Так, у него кто? Карайка, Стокман и Леонардо, да? Лео налево, как говорится. Так, Стокмана можно, в принципе, плевком, я думаю. Не добили. Но они уже... Оу, ты делаешь подхил. Насколько ты хилишь, интересно, а? На 170, ну, неплохо, неплохо. Ну, вряд ли тебе это поможет. Блин, Стокман выстоял, а? Так, успокойтесь. Давайте убьем Стокмана. Так, теперь раздаем Карайку. Ах ты, не получилось. Не получилось. Ладно, сейчас вертушки, оп. И еще вертушка, опа-на. Вообще шикарно, так что давай, Андрюха. Давай, до свидания. Идеальная победа, ребят. Так, и... Нам дают очки выжившие, да? А кубки дадут, нет? Дают, дают. И куда мы с вами перемещаемся? На какую строчку? Новое достижение — путь воина. И мы с вами на 92-м месте. Угу. Ну что, я думаю, с турниром можно пока подзавязать, да? Давайте мы заберем задание. Достижение, ага. Вот это другой разговор. Шреддер копится у нас потихоньку. Турнир. Ну, на турнир, ребята, я думаю, что нам не стоит пока лезть. Так, а что у нас вообще еще есть? Испытания. Так. Ха. За первое прохождение мы получаем карточку Рафа. Из фильма, кстати. Так, а почему мне только один паук доступен? Я не понял. А где остальные-то, ребята? Ха. Не, ну, конечно, это глупо. Одним я здесь ничего не сделаю. Еще называется-то Ярость Рафа. Так, а это что у нас за испытание? Борцы с преступностью. Ну что, давайте, наверное, мы с вами попробуем затащить. Какого уровня здесь? 12-го. В принципе, это нам под силу. Блин. Нет, давайте мы, наверное, с вами прокачаем. Потому что не хватает у нас в команде одного бойца. А с первым уровнем, естественно, выставлять его — это смерти подобно. Так что, где он тут у нас? Вот он, Змейковьюн. Так, давайте ему прокачаем уровень, во-первых. Блин, мутагена мало, ребята, мало мутагена. Все, закончился он, ё-моё. Больше я ничего не могу сделать вообще. Черт бы его побрал, а. Зачем я так сделал, блин, не понимаю. Так, приключения, тут эксперт, испытания. В общем, это нужна, ребята, команда для того, чтобы здесь драться дальше. А у меня ее нету, элементарно. Так, кто у нас вот? Что это за олухи там стоят? Я даже не могу понять, кто это такие. Ну давай, зэк, устроим. Ёлки-палки, с удара просто повалили. На что ты там прыгаешь, ё-моё. Так, давай, паукус. Да. 10-й уровень не смог добить, а сам 16-й. Ух ты! Вот это другое дело. Видали, как Змейковьюн своими клешнями там орудует? И у нас, ребятушки, вторая волна. И кто там? О-о-о, вы посмотрите, старые знакомые охламоны. Ладушки. Потом кто там еще непонятный. И киборги, которые, видите ли, косят под ниндзя-черепашек. Типа мы их не узнаем, да? Так, ну-ка давайте-ка, наверное, мы с вами ладушку завалим. Отлично. Так, добьешь? Да добьет, куда он денется-то? Что ты там вытворяешь-то, эй? Это тебе не гитара, братиша. Какой-то невменяемый тритон или ящерица, кто он там, вообще не знаю. А, Гекка, он, Гекка, ребята, да. Ну ладно, давай попробуем. Ух, все, я уже понял, ребята, результат, если честно... Это, наверное, будет чистая победа, идеальная, я даже так сказал. Что ты там, баллончик в меня киданул, гаденыш? Так, ну тогда в ответку получи. Так, давай добьем. Да, конечно же, ребята.
Ох, ё-моё, нифига. Это что такое, а? Вас тут не слишком много собралось-то, хламоны? Где главный? Мне нужен главный ихний. Я так понимаю, он посередине, да? Вот эта вот обезьяна в шлеме. Может быть, да, может быть и нет. В первый раз вообще вижу этих персонажей. Ну, нет, кроме пульверизатора. Этот шитик уже давно у нас есть. Так, давайте, наверное, диск бросим. Как говорится, сделаем отсейку. И отсейка прошла удачно. Все, идеальная победа. Как говорится, без лишнего шума. Замечательно. Ну что ж там. Ну, с опытом, конечно, вообще жмут ребята по-черному. Наша добыча — карточка Кирби. Как будто она меня спасет. Блин, тут эпизодов-то, ё-моё, еще куча целая. Так, это второй. Оу, нет, 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 ребята, 25 уровня у него противники. Не у него, а у эпизода. Поэтому мы не пойдем туда. Так, а здесь у нас время для пиццы. Ну это опять что ли заново с пиццей воевать? Ради 15 кусочков? Я даже не знаю. Неохота, если честно. Так, это ежедневный сюжет. Ну тут, кстати, не так уж и много осталось нам пройти, ребята. Погодите-ка, у нас же здесь тоже вроде бы... Да-да-да, вот, эпизод 4. Он же тоже у нас не пройден на 3 звезды. Поэтому вперед и без компромиссов. Жалеть никого не будем, будем дубасить по полной программе. Так, у нас здесь 2 фута и крысеныш. Так, ребята, автобой, я думаю, сделает здесь свое дело. Тем более... Опа! 14 уровня. Все, заколбасили. Что ты там орешь опять, а? Отдохни. Так, вторая волна. Опять же, 2 ниндзи и 2 цыплака. Сейчас они все свое, конечно же, получат. И у нас там будет... А кто же там нас валил-то? Я так и не понял, а? Ну ладно, сейчас посмотрим. Что я не смог пройти на 3 звезды. Хм, странно. Кто? Ага, вот оно что. Все старые да более знакомые рожи. На-ка, получи, гаденыш. Так, давайте мы вот этого хламона, наверное, подобьем. Потому что в тот раз мне не понравилось, когда он начал там свои выкрутасы ногами делать. Поэтому перестрахуемся. Ай-яй-яй. Не смогли, чуть-чуть буквально не хватило, чтобы добить. Что ты делаешь там? Опа, нифига ты. Ты давай, завязывай с этими делами-то, Крис. Ногами он размахался, блин. Ну что, давайте все силы бросать именно на вражеского Криса. Блин, не падает ни шиша, а? Цепляется, так сказать, своими маленькими тощими ручонками за стебельки жизни. А у нас идеальная победа. Так же будет, ребята, и с 10-м эпизодом, поверьте мне. Палочка для еды нам достается. Забираем, конечно же, здесь все. Так. Кстати, да, надо будет, ребята, потратить... О, еще карточка Рафаэля. Нам нужно потратить звезды. У меня их 25 тысяч. Предлагаю сходить и затариться маленько. Так, смотрите, 2000. А тут 5000. Ага. Ну, в принципе, нам хватает на все. И на то, и на то. Давайте покупать с вами. Это вот тоже купим. Ну, а здесь уже пошли баксы. Баксы, я думаю, тратить мы пока не будем. Придержим маленько. Их не так уж у нас и много. Всего 281 доллар был. Так, здесь... Не знаю, по какому принципу тут драться. Ставки, что ли, делать надо, да, для начала? Ёлки-палки, жесть какая-то. Что вы мне все толкаете в эти испытания? Не буду я пока этим заниматься. Ну и на этой ноте, пожалуй, мы будем с вами завершать это видео. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк, комментируем и обязательно продолжим играть уже в следующей серии. Так что, ребятушки, если кому интересно, подписывайтесь и будьте всегда начеку. А на этом все. Всем пока. До скорого.